Студенты из разных городов России – Екатеринбурга, Магнитогорска, Тюмени и многих других – попробовали свои силы во Всероссийской Олимпиаде «Я профессионал». Она проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина в рамках платформы «Россия – страна возможностей» в период с сентября по май. Наш университет выступает площадкой для проведения этапов Олимпиады. Большие данные, программная инженерия и радиотехника, материаловедение и технология материалов и строительства. Получается, я сейчас обучаюсь на четвертом курсе и пишу выпускную квалификационную работу как раз по теме больших данных. И, собственно, поэтому я выбрал это направление. Вот. Хочу в магистратуру поступать по направлению больших данных, поэтому решил принять участие. Вот, попал во второй этап, приехал в Челябинск. Победители Олимпиады получат денежные призы, льготы при поступлении в магистратуру, аспирантуру и ординатуру ведущих вузов страны.